Я сейчас 70 к УВХ приду. Я прошел проспект на подскане. УВХ стоит 18. Разводной проспект. Ну, понятное дело. Здесь трэшер еще. Трэшер не видно, да? Но здесь на подскане. Смотри, короче, я ж не смогу ВХ пройти, если я пострелял по кому-нибудь. Трэшер расплачился. И гнозис приворпал. Так, гнозис прилетел, он сейчас будет пытаться трэшера слить, но нет, он слишком далеко, трэшер успеет уйти. У меня уже скоро кокс падет. Ну, они же подумают, что ты демон. Главное, не, ну они же видели его, главное, клоку сразу. Ты клоку накинь сразу, и все будет нормально. Они подумают, что ты просто втопился. Угу. Я переключился. Они не увидят твой ник, так что все нормально. Гнозис стоит прямо у входа, короче, ВХ. Ну, разводной гнозис. Значит, трэшер. Так а в чем смысл? Так он никого не разведет, у него так никто не будет нападать. Потому что он просто уйдет в ВХ. Я обратно к цитадели. Ну иди, сколько там людей сидит внутри? Сейчас. Там мотай под аптивки у этого парня, фрагфит, ёбнутый. На гнозисе, чувак. Ну там неплохо танчит, слышу, у него. Если это тот же самый гнозис, он у него стоит, блядь, 2 лярда. Три человека в цити сидят. Ну давай так, смотри за цитой. Да. Смотри за цитой. А я сейчас попробую что-нибудь сообразить. Ты умрать хочешь, ворота? Да. Ты мне ответь на вопрос. Я если заакрился, я ж не смогу пройти ВХ, пока не разагрюсь, а? Сможешь, это не гейт. А, смогу? Ну, заебись. Ну, тогда надо драться у ВХшки. Что делать? Бля, у меня есть вообще... Так, я начал драться. Сейчас, подожди. Следи за цитой. Я слежу, пока сидят. Что, мне подлетать? Нет, 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 не надо. Конечно, не пробью. Сейчас посмотрим, пускай что они еще докинут. Так, ну дозится, я отбомпал. Так, второй стратиус в грид заходи. И такли на Мезис. К нему попробуй близко выйти. Он далеко от ВХ торчит. Он меня таклит. Нет, и вновь выходи, Димон. Выходи в 10 хотя бы. Выходи в 10, на Мезиса тебе надо подцепить. Понял.
что, его убивал, если что, сразу? Да, убивал, конечно. Ну, сидят вдвоем. Вы просто жмите, потому что я все не проскакиваю. Я слежу, слежу. Нози стопит, блядь, ВХ пытается стопить. Я пытаюсь, конечно, его, блядь, бомбать. Лопается? Да. Дай, я впишу с него. Что это? Ну добивай это, давай. Ушел? Нет, не ушел. Ну. О, блин, ушел. Гнозисы, гнозисы, фокус. Да, вдвоем сетки, Димон, на него накиньте вышку, и гнозис, и сетки на него свои, чтобы он не затопил. Если слишком близко уже к ВХ, близко... Его только к нему близко не приближайся, потому что я его бомпаю, чтобы он этот... Чтобы он не увернулся никуда. Сколько до ВХ там? Блядь, ну он уже на самом деле пиздец близко. Мне на вас попасть, ДП свалился. Не-не-не, не надо пока. Пускай он сейчас чувствует, что он держит нас, все нормально. Ты на него кинул дронов? Да, так грызу. Каких? Геков. Отлично. Ну, не знаю, нихера. А он фул танкованный, я же говорил. Не, ну тебе сейчас фил катится, конечно, да. Не надо, не надо пока, потому что его отбомпать сначала надо. Кинь, сетка есть у тебя на него? Кинь вторую сетку. Сетку. У меня одна сетка. Все, держи под сеткой, сейчас я его подбомпаю подальше. Капсула в цитадель зашла. Пускай, да, пускай пересаживается на что-нибудь другое. Да, вот сейчас я скажу, кто он выкатит. Он же явно что-то выкатит. Дронами следи, чтобы он тебе дронов не слил, следи за ними. Не-не-не, он попусывает чуть-чуть, но... Ну следи, контроль их. Иштар. Ой, Иштар, отлично, пускай заходит на время. А, сейчас, короче, смотри, как Иштар придет, на него фокус меняем. Гносис кого-то держит из вас? Нет. А, ну меня держит, ну как держит, я рядом с ВХ стою. Мне это плохо вообще. Я тоже. Остается выход от... Главное, сетки не бросай с него, и понял. Нет, все равно. Исчерпаны заряды модуля. Что все с ним? Он не варпает сюда, но здесь, походу, не уверен, что стоит это делать. Блядь, ну месяц не вписался, обидно. Иштар ушел на вас. Отлично. Так, этого здесь держим, все, он пройти уже не может. Я сейчас еще разок его бомбану. Штара вижу. Да, подходит. Поинты держим на этом друге. Я свои перекину на Иштара, понял? Ты свои держи на нем. Я держу на нем. Блядь, ну будут они что-то еще кидать или нет? Тенге открываться или нет? В ноль приворпал практически. Ну в 10, да. Давай я варпану на Иштара, пиздану Иштара. Подожди, пока не надо. Он сейчас стоит рядом с ВХ, он просто ебется. Че, он в тебя начал точить? Угу. Наркоту грызи тоже. Окей, ладно. Он там так и будет, походу, да, стоять. Держи, короче, поинтами этого друга. Я танкую Иштара, просто пиздану. Хорошо, дронов. Смотри, блять, кто нейдрит. Иштар нейдрящий. Короче, смена фокуса в Иштар, поинт ты держишь на гнозисе. То есть держишь гнозис и пиздишь Иштара? Я да. Понял. А, и Иштара пиздим в разные дырки. Блять, слышно, он нейдрит неприятный, конечно.
старсетку на меня поломал. Тебе похер у тебя, да? Так, я держу Иштар и начинаю его работать. Я его еще держу. Я его тоже держу Иштар. Ты его в ЕМ или куда ты его бьешь? Я не в ЕМ. А, все, отлично. Блять, слышь, а мне больно. Да, у тебя больно, конечно. Ну нормально, 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 я живу. В фокусе, этого друга. Да я прилую его. Исчерпаны заряды модуля. Накопитель полностью разряжен. Уже не продаем его, продаем, продаем. Он ушел. Угу. Бля, сейчас игнозис топится. Исчерпанный продолжаем держать. Но он понимает, что он нас танкует. Он против двоих нас сейчас не будет съебываться. Скопни дронов, чтобы он, у него локи послетали. Все, давай сейчас мы просто филов тащим, ебанем его, да и все. Он сейчас пройдет ВХ, если увидит тангу. Он стоит прямо рядом с ней. Его надо опять вытаскивать. Да. Его опять ну, надо... отбомбайте. То есть, если кинусь из двух лярдов, под тремя сетками он не стопится. Он вообще не делится. Ну так, все, держи его сетками всеми. Да. Иштар понял, что он сейчас пизды получит. Просто ну, вышел. Там он такой уже конкретный Иштар. Там еще зал для них это ладошь. Исчерпаны заряды модуля. Сейчас, короче, смотри, как делаем. Если он, ну, как понимает, что он нас танчит, ему похуй. Я его как только выбамбливаю за рейндж, тогда тынга входи и... Да. Пока просто терпим. Сеткой держишь его? Да, можно держать. Да, он держится. Полностью разряжен. Дронов мне все пытается сожрать. Заебал. Исчерпаны заряды модуля. Еще один такой раз и танга входи. Ты уже рядом где-то танга? Нет, ты скажи. Ты под варповый, в клоке уже. В десяточку где-нибудь. В десятку на тебя. Давай. Ну ты скорее всего об дронов тут расклочишься. Ну лучше на меня под варповый тоже. Дальше стоишь. Возняк, я ушел там. Все, и фул ДПС в него сразу же закидывай. Он уже не пройдет. Вроде бы. Я сейчас еще, конечно, попробую. Как бы а продолжить нет, удар. Он сейчас будет пытаться съебаться, сразу говорю. А что ему делать-то, собственно? Поэтому стоять. Давайте, фул ДПС. Я сейчас еще его бомбану. Только в
ВХ его не забомбайте, никто, пожалуйста. Да не, не надо. Посыпался. Посыпался, конечно, ты чё там? Полторы тысячи ДПС туда. Я даже погреюсь. Да, дронов греем, страницу. Ага, греем. Все, фулл ДПС уже никуда не будет. Исчерпанный заряд, умолк. Прошел, походу. Все, хочет. Он тоже греется. Ну, удачи. Не спались только. Что такое? Будешь не спалить? Здесь что с лицом? Все плохо. Да выебывался. Но мог съебаться, он не стал, видишь, потому что типа, ну я их держу, чем мне уходить. Я почему Тенгей не говорил, говорит, заходить раньше времени. Сейчас, подожди, пробьем. Он все равно ничего с ним не будет. Да не, потихонечку. О, 2 имбули. 2,5 лярда, ребята. 2,5 лярда. Не могу, полутай остальное. Я слутаю. Давай. Расколол. Я думаю, я прохожу дыру. Проходим все, что мы сделали. Да. А здесь уже с нами никто не будет воевать, уходим. Да. Накопитель полностью развяжен. Че у меня так капа садит? Слышь, а что это за ВХ? Здесь какой-то, я не понимаю, у меня что-то с капой в этой ВХ. А здесь какой-то бонус. Еще решил комплифайер упал, и баллистик контрол тоже опакцион. Вы не смотрели вообще, какие свойства у этой ВХ? Мне кажется, мне... Мы не смотрели. Я как-то сажусь тут, короче. Я в долг чиниться. Зачем тебе кнопки? Можно любой танк подлопать, починиться. Ну, у нас танков. Ой, блядь, 1,5 лярда, а эти самые, ебать. Я, короче, утащил 1,5 лярда. Ну, блин, пораскидаем на троих по-хорошему. Просто на изи 1,5 лярда. Что там упало, на троих поделим, нормально. Да, жалко, Иштар ушел. Так бы еще Иштар и Иштар тяжело. Да ладно.